Ух ты! Что происходит? Ух ты! Со мной что-то не так? Или планета кружится? Фокус? Это когда предметы берут и исчезают? Конечно, я с удовольствием посмотрю. Ого, что это? Тяжелый. А о каких друзьях шла речь? Я их знаю? А? Парадис Фолс? Это где?
как долго я хотел заполучить рыжую. У меня на нее особые планы. Держи еще один ошейник и гони сюда этих щенков. За одну шишку я пущу тебя в Парадис Фоллс. Но раз я у гробовщика все время работаю сторожевой собакой, времени на халтурку у меня не осталось. Если приведешь любых рабов, я с радостью поделю с тобой награду. Но не надо тут слишком умных идей. Именно я слежу за сигналами, поступающими с ошейников, и новые поступления я замечу. Ну да. Проходи уже, выскочка. Но не устраивай всяких художеств, или будет больно. Второго шанса не будет, ясно? Чего пялишься, а? Вот это точно, ничего. А теперь вали отсюда.
Привет. Ну, на что смотрим? Чего ты хочешь? Должно быть, ты наш потенциальный клиент. Надеюсь, Paradise Falls в состоянии удовлетворить твои запросы. Мы никого не судим и не осуждаем. Мы понимаем, что этот мир — суровый мир, и каждый выживает в нем как может. Ну так, тебя заинтересовало что-то конкретное? Вот как? Это же просто замечательно! У них отличный потенциал, они так и пышут энергией. Сейчас годятся для легкой работы, а когда подрастут, подрастут и их задачи. Я уверен, мы можем прийти к взаимовыгодному соглашению, которое будет тебе посредством. Прошу прощения. Надеюсь, друг мой, ты не пытаешься меня шантажировать? Я с радостью отрежу тебе обе руки, и не успеешь ты и подумать о том, чтобы выкрутить их мне. Paradise Falls никуда не денется. Что-то болит? Да, ну и видок. Надеюсь, крышечки у тебя есть? Пока. Осторожнее, а! Ну, как все прошло с этой блондиночкой, которую ты приводил? Ты у меня смотри. Ого, снова ты. Что у тебя хорошего? Я некоторых убивал за то, что они так пялились. Эй, поаккуратнее! Вы только посмотрите, кто у нас тут. Свежее мясо прямо с пустоши. Ну что, по своей воле полезешь в загон, или мне избить тебя до потери пульса и за ноги оттащить? Да во мне ни капли зла нету. Вообще ни капельки. Знаешь, что такое настоящее зло? Вот тебе бы на папашу моего поглядеть.
Этот подлюка тебе бы ноги отрезал, чтобы только поржать над тем, как ты ползаешь. Однажды он так и сделал. Сама видела. А он все гоготал над беднягой. Потом, час спустя, папаше это надоело, и он парню голову проломил камнем. Вообще-то, если подумать, это и впрямь было забавно. Пока. Последний раз тебе говорю. Все, хватит. Пожалуйста. Нет. Я не... Клянусь. Извини, сеструха. Мне твоя нечего последняя тебе сказать. Ошибка, бармен. Эй! Ура! Где? Неплохо.